Доброго ранку, ми продовжуємо. І до нас вже завітав гість Валерій Джуринський, заступник головного лікаря обласного онкологічного диспансеру з організаційно-методичної роботи. Валерій Володимирович, доброго ранку. Доброго. Говоримо на серйозну тему, про яку не зайве поговорити. Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Так? Чому цей день відзначається, чому сьогодні хотілося б дізнатися від вас? Це перше таке запитання до вас. Ну, онкологічні захворювання – це ті захворювання, які знаходиться на другому місці в структурі загальної захворюваності населення світу після серцево-судинних захворювань. Тому не зайво поговорити про те, як захиститися від цих захворювань, а також як їх лікувати. Я перейду лучше на русский. Якщо вам зручно, будь ласка, ваше право. До 1991 года в мире постоянно росло количество людей, которые заболевали на онкологические заболевания. И когда в 1991 году количество таких людей достигло 20 миллионов человек, это всполошило, естественно, мировое сообщество, в первую очередь медицинскую общественность и Всемирная организация врачей-онкологов и Всемирная ассоциация международных организаций борьбы против рака решили, что следует ежегодно напоминать не только населению, но и властям, политикам о том, что нужно следует больше уделять внимание, профилактике этого заболевания и разработке новых методов лечения этого заболевания. Так, ну мы до профилактики еще повернемся. Чому виникає рак? Начебто просте питання, водночасно складне. Чому? Тим більше у нас дуже багато винаходів, а от ліки від раку, ні вакцину, нічого не винайшли. Чому так? Ну, однозначно ответить, что есть какая-то одна причина, которая вызывает онкологические заболевания, невозможно. Это целый комплекс причин. Вот. Из них есть причины, которые очень сильно влияют на развитие рака. Ну, в первую очередь, как мы говорим, это экологическая онкология. К сожалению, за последние десятилетия индустриализация предприятий, организаций, которые сейчас выпускают все больше и больше продукции, дает побочный эффект. Это выбросы различных отходов производства в атмосферу, это выбросы в воду, вот, в воздух, что, естественно, ухудшает экологическую ситуацию. В том числе, в числе этих выбросов есть большое количество канцерогенных веществ, которые могут способствовать развитию злокачественных образований. В то же время есть и другие причины, которые также способствуют. Это и гормональные различные факторы, на которые раньше не уделялось никакого внимания. Вот. Это стрессовые факторы. Не секрет ни для кого, что темпы жизни сейчас очень высокие, и комплекс причин приводит к тому, что может развиваться злокачественное образование. И одной из еще причин – это недостаточное внимание населения к лечению и профилактике предопухолевых заболеваний, которых очень большое количество у населения. Ну, к примеру, у нас в Николаевской области на диспансерном учете у врачей различных учреждений здравоохранения на конец 2015 года находится 107 тысяч жителей Николаевской области, у которых уже выявлены, подтверждены предопухолевые заболевания. Несвоевременное лечение этих заболеваний может также привести к развитию злокачественных образований. Как их выявить, эти захворювання? На что в первую очередь слід звертати увагу? В каком віці? 20-35 років чи в якому? Ну, начнем, наверное, с последнего. Это уже четко определено, что чем старше возраст человека, тем больше риск развития у него злокачественных новообразований. Наиболее активно они начинают развиваться, эти заболевания, в возрасте после 50 лет, от 50 до 70 лет. Для того, чтобы выявить эти заболевания, вы правильно сказали, что нужно делать? Это ранняя диагностика и профилактика заболеваний. Каждый человек должен не менее чем раз в году проходить профилактический осмотр, что в последние годы, к сожалению, делается все меньше и меньше, так как все меньше и меньше государственных предприятий, которые проводили это ежегодно, и оплачивали проведение таких профилактических осмотров. Сейчас многие руководители предприятий к этому относятся пассивно, считая, что это забота о здоровье человека, это дело рук самого человека, и средств на это не выделяют. Вот. И даже иногда бывают проблемы, чтобы выделить какой-то свободный от работы день, который бы оплачивался человеку, чтобы он его прошел. То есть профилактика заболеваний – это самый главный источник того, что мы не допустим развития на фоне
уровне здорового человека развитие предопухолей, а в дальнейшем и опухолевых заболеваний. Все ж таки, як часто і з якого віку треба починати відвідувати онколога, зокрема? Ну, давайте будем говорить так. Все зависит, правильно вы сказали, от возраста. Если в возрасте до 14 лет достаточно планового профилактического осмотра у врачей-педиатров, даже в местных больницах, так уже в возрасте свыше 14 лет вот, нужно уделять больше внимания. Почему? Потому что вот, даже в подростковом возрасте происходят определенные гормональные сдвиги, и мы уже видим, что в последние годы количество детей подросткового возраста, у которых развили злокачественное образование, в том числе заболевание крови, вот, оно растет. А следовательно, уже в этом возрасте родители должны внимательно следить за своим здоровьем. Женщины, которые в возрасте уже после, скажем, 16-18 лет, должны хотя бы раз в два года проходить врача-мамолога. Не только гинеколога, но и врача-мамолога. Потому что уровень заболеваемости раком молочной железы постоянно растет и в мире, и в нашей области. В нашей области ежегодно выявляется от 400 до 500 женщин, у которых выявляется рак молочной железы. Поэтому это еще зависит не только от возраста, но и от пола. Женщины, к сожалению, болеют чаще, и нужно следует обратить внимание им даже несколько больше, чем мужчины. Угу. Все ж таки, які види рака більш найпоширеніші? Отакі і серед чоловіків, і серед жінок, і найнебезпечніші? В общей структуре заболеваемости населения на онкологические заболевания, если взять и мужчин, и женщин, на первом месте как в нашей стране, так и в Николаевской области, это преобладает заболевание кожи. Это не меланомные и меланомные заболевания кожи. На втором месте у нас заболевание молочной железы, как говорю. Вот, на третьем месте заболевание у нас бронхолегочной системы, заболевание толстого кишечника, заболевание желудка, заболевание тела матки. Но если взять уже у мужчин, немножечко статистика здесь несколько меняется. На первом месте у нас находится в Николаевской области заболевание тоже кожи на первом месте. Хотя в Украине на первом месте заболевание бронхолегочной системы, легких. Вот. У нас они на втором месте. Заболевание толстого кишечника, заболевание желудка, заболевание прямой кишки у мужчин. И очень активно, к сожалению, с отрицательной динамикой, то есть увеличивается количество выявленных раков предстательной железы, на что бы хотел, чтобы мужчины обратили внимание, по той причине, что если ничего не делать, гиперплазия предстательной железы, которая является очень распространенным заболеванием мужчин, особенно в возрасте свыше 40 лет, как я и говорил, могут привести к развитию аденомы, а в дальнейшем развитию рака предстательной железы. У женщин на первом месте злокачественное заболевание кожи, тела матки, толстого кишечника и шейки матки, что опять-таки указывает на то, что женщины в обязательном порядке, когда они приходят к гинекологу, что нужно делать не реже, чем раз в году, даже если у вас ничего не болит. Потому что я еще раз хочу, нужно обязательно посетить еще врача-мамолога. Угу. Важно сказать, что многие люди считают, что если у него ничего не болит, не стоит тратить время, а возможно и деньги на диагностику какую-то дополнительную, и можно не идти к врачу, что является грубой ошибкой, так как любые злокачественные заболевания в начальных стадиях, они зачастую не дают такой выявленной или болезненной каких-то симптомов, они не дают. А следовательно, если нет каких-то болей или других ухудшений общего состояния, люди не посещают медиков. И начинает приходить уже к врачам, в том числе онкологам, когда начинается проявление каких-то заболеваний. В первую очередь, болевые какие-то синдромы или общее ухудшение состояния, общая слабость, недомогание, тошнота, рвота. При разных заболеваниях по-разному, тогда не посещают. К сожалению, к этому времени развивается уже осложнение этого заболевания, и зачастую они приходят в запущенных случаях, а следовательно и прогноз лечения таких заболеваний резко ухудшается. Так, тобто порада нам родин, це вчасно відвідувати лікаря. Скажіть, а зайва вага є одним із факторів виникнення раку? Да, да. Есть
научные работы, в основном это научные работы западных авторов, которые связывают в том числе и развитие как один из факторов, которые способствуют более частому развитию онкозаболеваний. Вот. Я хочу даже привести пример такой. Я уже как-то выступал по телевидению и этот пример приводил, но он такой разительный. К нам обратилась в отделение гинекологическое обратилась женщина, которая достаточно тучная. Это было 3 года назад. Вот. И когда мы ее обследовали, у нее выявилось не онкологическое заболевание, а фибромиома. Но эта фибромиома, когда мы ее удалили, взвесили, 22 килограмма. 22 килограмма. Эта женщина последние лет 5-7 активно занималась тем, что искала методы, как сбросить вес. Она считала, что она просто серьезно поправилась. Если бы она вовремя обратилась к врачам, они бы выявили на ранних стадиях эту фибромиому, убрали, и она бы не мучилась, в том числе и с этим лишним весом. Если бы еще позже она обратилась к медицинским работникам и не убрали эту фибромиому, которая является доброкачественной опухолью, но способна злокачествляться, оно могло привести к серьезнейшему кровотечению. А учитывая, что лишний вес, как правило, дает еще другие осложнения, это повышение давления в первую очередь, это могло привести к фатальному исходу. Угу. То есть мы, врачи, могли бы не вывести ее из этого серьезного кровотечения. Поэтому я считаю, что если у женщины имеется вот какой-то слишком быстро женщина набирает вес, и нет для этого каких-то видимых причин, это тоже основание для того, чтобы обратиться к врачу. Это или эндокринные сдвиги, или же это какая-то опухолевая патология. Такое, по крайней мере, тоже не исключено. Давайте теперь зупинимось на профилактичных методах. Чи 100% вони и что это за методы? Може поїхати тоді з міста, дихати свіжим повітрям, або не харчуватись канцерогенними продуктами? Що? Що робити, щоб уникнути цієї захворювання? Ну, я думаю, что это уже крайний такой выход уезжать с города. Вот. Я не думаю, что это обязательно. Конечно же, без сомнения, что чем чище воздух в том числе, тем, наверное, меньше угроза получить с вдыхания воздухом какие-то вредные вещества канцерогенные. Но нужно соблюдать основные методы профилактики. Первое. Раз в году проходить флюорографическое обследование. Я же вам говорил о том, что у нас в области на втором месте, а в целом в Украине на первом месте находится заболевание бронхолегочной системы. Значит, для того, чтобы не пропустить заболевание или предопухолевое, или опухолевое заболевание, достаточно раз в году пройти профилактический осмотр, и если все в порядке, быть спокойным. По гинекологии, по молочной железе. Тоже существуют методы, которые могут на 100% практически выявить или не подтвердить заболевание, что было бы хорошо, чего всем желаю, вот, у гинекологической или молочной железы. По гинекологии это осмотр гинеколога раз в году. Если необходимо, делается кольпоскопическое исследование, то есть это более точная диагностика, берется специальный цитологический мазочек, и если эти методы не подтвердили никакого заболевания, можно спокойно жить и не переживать, что это заболевание развивается. Молочная железа у женщин до 40 лет раз в году, свыше 40 лет раз в полгода нужно проходить осмотр у мамолога. Для этого тоже существуют специальные диагностические методы. Если есть сомнения у врача-мамолога в том, что какая-то, скажем так, уплотнение в молочной железе ощущается, вот, но мы не можем точно сказать сейчас, что это, потому что есть масса доброкачественных заболеваний, кист и мастопатии, которые тоже дают такое уплотнение. Тогда проводится маммографическое исследование. Эти маммографы, сразу хочу напомнить нашему населению, женщинам в первую очередь, что эти маммограф есть в областном онкологическом диспансере, в первом роддоме имеется такой маммограф, в 4-й городской больнице имеется такой маммограф, в Жовтневой районной больнице и в Первомайской городской больнице находятся маммографы. То есть не обязательно ехать для того, чтобы провести такое исследование только в онкодиспансер.
даже было бы желательно это проводить по месту жительства, приближенной точке, где находится такой маммограф, и если все-таки там уже была выявлена какая-то патология, только после этого обращаться в онкодиспансер для более точной диагностики. Если же маммографы отсутствуют в больницах, практически во всех больницах существуют УЗИ-аппараты и специальный датчик для обследования молочной железы. Он дает тоже достаточно достоверные результаты, и если есть какая-то патология, она будет выявлена. Добре, дякую вам, что так детально все розповіли. Сподіваюсь, що захворювання будуть зменшуватися з кожним роком. І все ж таки, ну його ж можна вилікувати, так, можна. Якщо вчасно. Звернутися, дякую. Валерій Джуринський, заступник головного лікаря обласного онкологічного диспансеру з організаційно-методичної роботи, був у нас в гостях. Гарного вам продуктивного дня. Дякую, що завітали.